Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный кредитный рейтинг Великобритании под наблюдение с негативным прогнозом. Это указывает на высокую вероятность его понижения в ближайшее время, пока Великобритания сохраняет высший рейтинг на уровне тройного A. Такое решение агентства объясняется последними экономическими и финансовыми прогнозами британских властей, указывающими на то, что государственный долг страны достигнет своего пика позднее и будет более высоким, чем ранее ожидали эксперты Fitch. Некоторые последние данные вызывают беспокойство, объясняет этот аналитик. Экономика Великобритании сократилась на 0,3% в последнем квартале прошлого года, а безработица в феврале снизилась меньше, чем прогнозировали экономисты. Но ни правительство, ни Банк Англии не считают, что Великобритания в третий раз окажется в рецессии. В феврале другое агентство Moody's лишило Лондон эталонного рейтинга. Standard & Poor's его пока сохраняет. Что касается Fitch, то оно обещает принять решение до конца апреля.